Мастера конной езды со всей страны в эти выходные собрались на ипподроме в деревне Крутово Петушинского района. Там прошел 4-й турнир по русской традиционной экипажной езде «Владимирский тракт». 10 лучших русских троек поборолись за кубок губернатора. Роскошные орловские рысаки, быстрые и добродушные вятские лошади и, конечно, мощные владимирские тяжеловозы. Когда эти скакуны в упряжках, снег под санями стоит столбом. Конный турнир собрал 27 участников не только из нашего региона, но и из Костромской, Московской и Тверской областей. Кучеры соревновались в фигурной езде, устроили санный паркур, состязания на чистоту и резвость, а главным событием стали бега в запуски для призовых русских троек. Ипподром встретил их шумом и весельем. Всего за год огромный путь прошло и это замечательное хозяйство, и наши турниры. Потому что уже 6 турниров на настоящий момент состоялось здесь. И Владимирский тракт возрождается. И снова, как сегодня, собирает друзей. У нас будут прекрасные летние соревнования. У нас будут замечательные соревнования зимой. В финал вышли 10 самых резвых троек. Лучшим ездоком и обладателем Кубка губернатора стал представитель Московской области, 7-кратный чемпион России по гонкам на русских тройках Александр Панков.